Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин домашнего текстиля «Дрема». Хотите перемен дома? Идите в магазин «Дрема». Текстиль собственного производства из лучших материалов создадут неповторимый комфорт. Также предлагаем новую коллекцию домашней одежды для всей семьи. Наш девиз – качество по доступной цене. Магазин «Дрема», город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 9 октября ночью и днем небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 14, плюс 16. 10 октября без осадков. Ветер юго-западный 2,7, порывы 10-15 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, местами 0, минус 3 градуса, днем плюс 8, плюс 13. 11 октября без осадков. Ветер юго-западный 3,8, порывы 12-17 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5 градусов, днем плюс 8 плюс 13. Автомобиль «Лада». Высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Зенит». Кредитный потребительский кооператив «Зенит». Защита ваших сбережений от инфляции. Доход 13% годовых. Все сбережения застрахованы. КПК «Зенит». Место для роста ваших сбережений.